заметил одну особенность, ну, достаточно, может быть, положительную, или, как бы сказать, одну из таких примочек по возделыванию райграсса. Райграсс иной раз лучше положить. Тогда с ним легче работать, тогда можно контролировать его созревание, ну и меньше терять. Когда райграсс у нас стоит, его колышет ветер, он легко осыпается. Это его один из таких вот минусов. И заметил, что если райграсс лежит, естественно, ветер его не колышет, и урожай выше. И в целом даже можно немножечко рисковать и его подсушивать, потому что все семена, они во всяком случае стараются держаться до последнего на стебле. Вот такая вот история. А когда он стоит, он неравномерно и так созревает. И есть растения, которые совсем созрели. Допустим, вот это и осыпались. А есть, которые еще пока зеленые. Здесь всегда приходится принимать решение в сторону уборки, ну, можно сказать, влажного, достаточно влажного райграсса. Такая вот небольшая история.